Всем привет, с вами Серега, выбрался я сегодня на рыбалочку вот, с поплавочком, попробуем посадить, дивлюсь, прошлая рыбалка на поплавок вам зашла дуже и решил на то же самое место съездить еще раз попробовать. В общем, видите, сегодня взял две удочки, не знаю, будем на них на две ловить или все-таки на одну, но на всякий случай взял 6 метров и 4 метра десь удочка, потому что там точно не написано, сколько она. Сейчас прикормим, там трохи приловки есть, будем ловить сегодня на тесто, ось такое вот. И с добавлением олейки такой пахучей. Так, ну и садочек. В общем, будем тут ловить. Тут волн нема, как всегда. Слава богу, ветер стоит стороны, с какой надо. И я думаю, будет ловить удобно. Единственное, что добавилось трохи воды. Ну, ребятки, будем начинать. Сразу поклевочка. Перва есть. Невеличка красноперка. Закинем садок. На прикормку, потому что начала чаще клювать. О! Наконец-то нормально более-менее рыбка. Тряпки не хватает, блин, не взял никакой. Так, ну что, будем пробовать дальше. Ай, уклейка была, походу, с маленькой прям.
Все, они тише. Под камышами живут, вообще не дергаются даже. Не сопротивляются. Так, ну що, ребята, потроху рибка проклювується. Причому і непогана така попадається. Ну поки тільки красноперка, більш нічого нема. Зараз опять клює. Може щось даже непогане. Походу окунь. Трохи активізірується потроху. Ну давай. Блін, що це за закон подлості? Ай, як без камери, так тільки що такі класні ловились. По розміру, як з камерою, так все. Разом. Заткнулись. Так, сейчас попробуем уже на глубине сильно. Сделал подольше. Сразу на клюе уже плюс один. Может, есть и карасик. Если он, конечно, тут стоит. Минут 10 мучень, от що вдалося поймати на великій глибині. Так що смисла цим я не бачу. На глибині менше, і то клює крупніша риба. Так що уменшаємося до того, яку ловили. Продовжуємо ловити далі. Оп. От що я вам кажу. На глибині навіть така не ловиться, от. Зверху поймала сама крупна за сьогодні, кстати. Дивіться, яка класна. Даже телефон така сніму з цього з фоткою. Ребятки, видите, яка клюнула. Одна из самых крупных таких. Я уже не снимал так багато, то что в принципе одна и те самые. Что тут показывать? Вот бачите, иногда ось такие вот экземпляры проплевывают. Но чаще пока что все равно еще мелочь клюет, хотя радует то, что крупниша тоже подходит. Ну что, ребятки, такая рыбалочка сегодня получилась. Переместиться я на место, где не так едите, чтобы заснять вам нормально, чтобы получить, потом вообще жесть. В общем, дивите, что я сегодня поймал. Вот вся сегодняшняя рыбка. Вот такая вот, считать я ее, наверное, не буду. Може віддільно, ну на відео просто дуже довго це вийде. Зараз вам просто покажу її так на землі, скільки їй вийде. Оп, от, ребятки, дивіться. Ну я думаю, штучок 30-40 точно є. Так що, кому понравилось таке відео, як сьогодні половили, то можете нажимати на колокольчик, підписуватися на канал, ставити лайк. Ну і всім пока.